Великодневное воскресенье праздновалось за неделю до Пасхи, и со святой пасхальной недели начинались первые хороводы с веточками вербы. Пожалуйста, детки, кто участвует в хороводе, выходят тихонечко, вербочки берут, кто участвует. Второй Б-класс. Пожалуйста, быстрее. Христов день, а еще Святое Христово Воскресение.
честь этого праздника русскими поэтами написано очень много замечательных стихотворений. Расскажите их. Колокол дремавший разбудил поля, улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам. Скрылась за луною бледная луна, звонко побежала резвая волна. Тихая долина отгоняет сон, где-то за дорогой замирает звон. Оброшен мохом мрачным и тощей травой, гудит поднявший благой вес для радостных небес, весенних светлых праздничных поют все со скрипки. И птички острокрылые над небом вековой порхают и купаются летучей гурьбой, и каждый ответ на то в день праздничных чудес звенит свое приветствие воистину воскрес. Весть, что люди стали мучить Бога, к нам на север принесли грачи. Потемнели хвойные трущобы, тихие заплакали ключи. На буграх каменья обнажили лысины, покрытые в мороз. И на камни стали капать слезы, злой сумой очищенных берез. И другие вести горши первой принесли скворцы в лесную глушь. На кресте распятый всех прощая, умер Бог, спаситель наших душ. От таких вестей сгустились тучи, воздух бурным зашумел дождем. Поднялись морями стали реки, и в горах пронесся первый гром. Необычайно. Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. И кругом леса зазеленели, и тепло вдохнуло в грудь земли. И, внимая трелям соловьиным, ландыши и розы зацвели. Обмениваться крашеным яичком и трижды поцеловаться, да приговаривать. Христос воскрес, воистину воскрес. Целуясь, люди друг другу прощали обиды, недоразумения, злобу. Иисус Христос нам дал новую жизнь, а яйцо — это символ новой жизни, символ надежды. И сейчас мы прикоснемся к таинству природы. Вы увидите, как зарождается новая жизнь. Танец балетный вылупившихся птенцов.
всегда в форме цилиндра. Так он напоминал церковную башенку с куполом. Хозяйки, когда пекли куличи, примечали, если кулич удался, то все в семье будут здоровы. Пасха заполнена различными играми и забавами. Вот одна из них. Чье яйцо дольше прокрутится, тот и выигрывает. Ребята, светлому Христову воскресенью русские композиторы Чайковский, Кюри, Крещатинов написали много замечательных песен. Одну из них мы с вами знаем. Называется «На Христос воскрес». Встали все, пожалуйста. Праздником, наступающим со светлым Христовым воскресеньем. На этом.